Всем привет, друзья! Я опять в своем огороде, мы тут с Людмилой. Все, последний урожай. Я и сказала, и зеленый, все, мне надо уже грядки, как я вам и говорила, засеивать сидиратами. И также сегодня, наверное, скорее всего, обрежу вот эту всю. Вот видите эту, гречиха здесь. Горчицу пусть остается на грядках, закрою пленкой. И все, и до следующего года. Посеяла я сюда фацелию. Вот все, вчера. Так что. И буду убирать все-все короба. Сейчас тоже Людмиле помогу. В общем, вот у меня еще фронт работы огромный. Вот эту грядку мне надо засадить сидиратами. И вот эти два короба. А перцы уже самые последние пойдут. И вот у меня тут работа куча. В общем, сейчас... Кстати, надо проветрить немного. Я же тепличку закрыла, вам сказала. Ой, тут какая сырость. Сейчас глянем. Так, подождите. Зафиксирую дверь. Пусть пока проветривается. Сейчас глянем, какая погода. Смотрите, это с крыши конденсат. И лук начал даже. Как потеплело, и лук стал и проклевываться. Так, смотрите. До 35, как я вам говорила, даже 36 разогнала я. Так, это деспирадо начал розоветь. Так что все-таки тепло, это хорошо. Томатики тоже увеличиваются. Вот, друзья, были совсем малюсехонькие. И жду, когда поспеют. Хочу подождать, чтобы поспели на кусту. Вот. Пока проветривается. Пойду Людмиле по... Видите, как с этого... С крыши какой конденсат ответ. Ой. Все, друзья. Пошла я и помогу. И те тоже вон желтые там целая. Миска может собраться. Да-да, все, Люда. Вообще все томаты. Вот смотрите, друзья. Все-таки у меня зашли здесь абьюз или пшеница, господи. Мне кто-то сказал, могли мыши поесть. Я все ждала, почему не всходят. Ну вот, видать, не поели. Просто, может, не все. Вот, видите, она как бы поверхностно. Дождь был сильный, и все семена наверх. Может, поэтому они так долго и всходили. Все, так, еще раз глянем фацелию. Да, и тут тоже всходит. Надеюсь, что в той грядке, где была морковь, фацелия быстро взойдет. Так, все, сейчас будем собирать томаты. Покажу вам потом, сколько получилось. Ой, смотрите, слизни тут орудуют. Все. В общем, собираем, друзья. Друзья, ну все, в общем. Последний наш урожай, вон Людмила отобрала себе и морковку, и картошку. Хашту дизалис митнемен. Дас вас офтиш. Не авар браух вир никс мер. Дизе, чина коль? Форвер солихке. Окей, фраган их пилягия туркиши. Видите, даже Руди не хочет. Вон сколько осталось. Окей, жгут. Окей. Бан их сейнер и саган. Окей, их вольту цуэр жди их враган. Окей, Руди, и жгут. Я, каль проблем. Вот, друзья, у нас какой урожай. Люда еще не хочет больше брать. Он у нее тут и так целая куча. А мы, в общем, пошли. Собрали, да, Люда, последний урожай в этом году. Да, прям грустно расставаться. Да, с огородом. Еще мне тут, тебе-то ладно, тебе-то расставаться, а мне тут еще работы и работы, в общем. Я вас понимаю. Да, нет, ну почему я люблю это делать, все сделаю потихоньку. Кстати, Люда, я тебя чем хотела тут угостить? Так, еще тут она... Не представляю себя. Я вчера, кстати, сейчас вот, сейчас я тебе найду. Я вчера попробовала один физалис уже.
Хочу сейчас тебя угостить, если... Вот. Вот этот. Маленький, правда? Давай. Открывай и пробуй. Как он тебе? Вот, друзья, давай. Ну, а нормально? Сочно. Сладенький таки, да? Сладенькая. Ну, у меня тут много завязалось, но... Вкусная, такая очень... Очень сочная, интенсивная. Но они когда поспеют, они сами должны падать на землю. Да-да, еще надо ждать. Они должны вообще высохнуть и сами попадают. Они он еще даже вон, у меня тут завязывают. Это, в принципе, многолетняя ягода, так что я ее, на, скорее всего, оставлю. Так, тут цукини и кабачок забрала? Цукини я. Это разные вещи. Там цукини и кабачок. Да. Хорошо. Один цукини, другой кабачок. Да. Молодец, все. Ну что, друзья, вот сегодня мы такое коротенькое видео с Людмилой быстро. Она, как всегда, опаздывает. Вот, забежали с ней, забрали урожай. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем сезоне. Видите, все, у нее уже больше урожая нет, она в следующем сезоне. Ну, ничего, мы найдем повод для встречи. Так что не надо, до сезона еще далеко. Ну что, друзья, желаю всем хорошего дня.